Во Владивостоке начал работу новый автобусный маршрут номер 11 «Приморский океанариум», площадь борцов революции «Приморский океанариум». На улице города вышли низкопольные автобусы большого класса марки «ЛиАЗ». Для обеспечения транспортной доступности острова Русский студентов был установлен маршрут «Площадь борцов революции «Приморский океанариум». Он идет по центральной части города, по улице Светланская, Калинина, на Дебаидзе и дальше на океанариум. По плану должно работать до 13 автобусов на данном маршруте с интервалом где-то 15 минут. Все автобусы оборудованы системой видеонаблюдения, кондиционером. Также действует бесконтактная система оплаты проезда. Это самостоятельная оплата проезда через стационарные валидаторы без обращения к водителю автобуса. Валидатор расположен в начале салона у первой двери. Контроль за оплатой осуществляет водитель путем просмотра транзакций на дополнительном экране. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.